Друзья, всем доброе утро. Мы сейчас собираемся ехать в Икеа. Нам нужно купить по мелочам там для ремонта. Вот, поснимаю немножко для вас. И в конце видео посмотрим, что мы купили сегодня. Thank you.
Мы приехали с Икеи и хочу показать вам быстренько то, что мы купили. Это фейковый цветок из пластика. Покупаем мы его уже не раз. Он красиво украшает дом. Вот такой будет красавец. Также мы купили вот такую вазу. Она будет у нас стоять потом в гостиной. Я цены все буду писать здесь на экране. Также мы купили бутылки такие, две еще штуки нам для воды нужно. Также на скидке я взяла вот такую деревянную руку. Сгибать пальцы можно, так же как украшение. Взяла я ее за 4,90. Раньше она стоила 13 евро. Вот. Интересный такой как элемент декора. Затем я взяла вот такой судочек. Из пластика, плотный такой пластик с крышечкой. Крышка продается отдельно. Вот такой хороший судочек. Также я купила вот такие ножницы. Потом буду шить, поэтому мне нужны хорошие ножницы для швейные ножницы хорошие. Так, вот таких колец для тюля. Сейчас мы их докупили. Также на кухню мне нужно какие-то жалюзи для солнца временные, потому что очень слепит солнце, готовить невозможно. Я купила вот такие, они бумажные, потом мы будем их крепить, у меня очень легко крепится. Не нужно сверлить никакие дырки в стенах, очень легко на липучках они приклеиваются, потом будем клеить. Также вот такой скуп. Вот. Сейчас я его соберу. Мы посмотрим. Также нам не хватает коробки. Тоже такую я соберу. Сейчас покажу. И в шкаф тоже вот такую коробку для белья. Тоже соберу, покажу. На распродаже я взяла тоже за евро 90 полотенце. Раньше оно стоило 5,50. Такого цвета красивого, бирюзово-серого. Такое длинное, большое. И также муж себе взял большое полотенце серого оттенка. Здесь два серых оттенка с полоской. Хорошо, что здесь есть петля, петелька. Сто на 150 сантиметров. Изготовлено в Турции. Турецкие полотенца. И также мы еще заехали после Икеа в Леруа Мерлен. В Леруа Мерлен я взяла две такие вазы для орхидеи, потому что моя разрослась, уже нужно пересаживать их. Также я взяла такую пахучку на 200 мл, написано Куба, Лайбри, коктейль, фрагранс. Очень вкусный аромат, будем ставить и наслаждаться вкусным запахом. Также нам не хватало еще двух штук вот таких для полок, маленькую комнату мы докупили. Взяли один для примера. И сейчас потом будем продолжать крепить последнюю полку. Также я нашла в Леруа Мерлен наш укроп. Наконец-таки я его нашла. И в следующем году я хочу посадить алисиум. Вот такой желтенький. Он низкорослый. Так что собираю себе коллекцию на следующий год. Также нам по мелочи не хватало для батареи защиты. И здесь муж себе взял по мелочи для ремонта. Хотела вам показать вот такой еще фейковый цветок мы купили тоже в Икее. Видит вместе с горшочком. Растение такое интересное. Выглядит практически как натуральное. Мы купили в Икее вот такое большое дерево. Вместе уже с горшком. Горшок из цемента. Тяжелый очень. Также вот такое дерево фейковое, оно пластиковое, оно уже теперь точно не умрет. Мы взяли вот такой маленький горшочек, вазу. Взяла из бетона, так же как и этот большой горшок.
Вот такой будет комплект у нас. У Лера Мерлен мы купили вот такой еще цветок. Это натуральная лаванда. Стоила она 2,95. Очень пахнет. Я потом ее пересажу в сад, возможно. Будет разрастаться. И собирать будем цветочки. Будем делать кассаше. И чтобы пахло у нас вещи. Вот такой вот цветочек прекрасный. You gave all at once. You spied a thought that you are my only one. A fear up there on my skin. Should I really give all in? I wanna get to know you better, but I'm cautious with my heart. Do you think it's all so clever? 'Cause you could break me from the start. I've got trust issues, issues. Show me I'm the one. Show me that I'm worth it, worth it, yeah. So silly, but I've had this all before. They told me that I was different from all the girls they adore. Maybe it's all just pretending, or maybe this is your play, or maybe we're real connected, or I can't think straight. I wanna get to know you better, but I'm cautious with my heart. Do you think it's all so clever? 'Cause you could break me from the start. Решили сегодня в Икеа и Лера Мерлен. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что вы покупаете чаще всего в Икеа, если у вас Икеа есть в стране. У нас, к сожалению, в Беларуси Икеа нет, и поэтому приходится наслаждаться Икеа за границей, к сожалению. Икеа у нас часто бывает в доме, мы много покупаем что из Икеа. Вот. Качество мне нравится, что-то мне нравится в Икее, качество что-то не очень. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, комментируйте. Я всем желаю хорошего вечера и до встречи. Пока-пока. So silly, but I've had this all before. They told me that I was different from all the girls they adore.